представитель нашего народного движения в Бельгии обратился с личным визитом к генеральному консулу Кыргызстана Чингизу Алимкулову для комментарий о Мансуре Мавлаева. Он сообщил, что знает о данном деле и мониторит новости, но не может больше ничего сказать ввиду его должностных полномочий. Подробнее в аудио. Прежде чем вы что-либо скажете, СМС-ки я все получил? Я недоступен, к сожалению, для комментариев. Я буду смотреть, я вот утром последние новости смотрел, я буду еще смотреть. К сожалению, по поводу реакции, вы меня правильно поймите.